Павлодарский областной онкологический диспансер 21 мая проводит день открытых дверей. Важно, жители нашего региона могут прийти на консультацию к врачу-онкологу бесплатно и без направлений. Врачи рассказали, в чем важность ранней диагностики. Дни открытых дверей в онкологическом центре для диагностики различных заболеваний проводят на регулярной основе. Все, что нужно, чтобы попасть на прием к специалисту, это прийти 21 мая с 9:00 до 13:00 в онкологический диспансер. Никакой дополнительной записи и направлений не требуется. По адресу Российская 57/3, это здание нового онкологического диспансера, будет проведен день открытых дверей. Что значит день открытых дверей? Это консультативный прием, то есть какие-то будем давать рекомендации по дальнейшему обследованию, наблюдению, лечению. В частности, врачи будут говорить о таких заболеваниях, как рак кожи и рак мочевого пузыря и яичников. Несомненно, такие дни нужны в первую очередь для ранней диагностики заболевания. Плюс к этому еще есть предопухолевые заболевания, то есть которые на сегодняшний день они еще не являются онкологическими заболеваниями, но за которыми требуется наблюдение, либо какое-то лечение, санация. Как отмечают врачи, помимо ранней диагностики, день открытых дверей – это возможность для пациентов задать специалистам все интересующие вопросы. Согласно статистике, на бесплатную консультацию врачей приходят более 100 человек. Кристина Каспирович, Юрий Белевский, РТС Акпарат.